Ты беременна? Вот такие бестактные вопросы поступают ко мне после того, как я решила больше показывать свое тело. С детства, как и многим другим девочкам, мне внушали, что я должна быть худой, что моя внешность – это самый ценный актив. С ранних лет мне говорили, что диета – это нормально, что есть плохая и хорошая еда, из-за чего во мне развились сильные комплексы. Я постоянно худела и толстела, стеснялась своих ног, испытывала бесконечное чувство тревожности. Из-за диет у меня нарушился гормональный фон. Когда я почувствовала, что больше не хочу издеваться над собой из-за навязанной обществом модели внешнего вида, я обратилась к психологу, и у меня выявили РПП. Полгода я борюсь с установками, которые подавляли меня. Я поняла, что мы больше, чем просто тело, и в этот момент почувствовала, что могу открыться больше. Но комментарии о беременности больно бьют. Хочется ответить всем, что наша жизнь не должна крутиться вокруг оценки внешности других людей. Мы не набор запчастей и не украшения мира. Мы люди, мы личности, которых нужно ценить за внутренние качества.